Привет. Собственно говоря, мы пожрать готовим немножко. Вот. У нас тут уже вот на сковороде такая хрень. Типа там бекончик, короче, и лучок жарится. Вот. Сейчас мы туда еще кое-что докинем. Вот. И будем немножко... В общем, лучок немножко обжариваем, добавляем немножко бекона. Ну, лучок на растительном масле, соответственно. Да, потом достаем макароны, короче. Туда же закидываем, вот берем из микроволновки макароны. Хотел их там разогреть, короче. Ну их нахер, короче. Это да. Вот, высыпаем туда. Высыпали аккуратненько. Перемешали. Тоже аккуратненько. Да, извините, плита немножко грязная, работа. Ничего страшного. Вот так вот еще лопаткой, короче, вот, уячили. Как бы в черепаху. Вот. Оно здесь погреется немножко. Да, продолжение следует. Ну вот, собственно говоря, продолжаем готовить. Да, макарошки у нас уже практически подогрелись. Вот они, такие замечательные макарошки. Сейчас мы еще что-нибудь поделаем. Вот, мы, значит, сюда порезали бекон, лук. Лук обжарили, бекон тоже обжарили. Закинули туда макаронов. Обжаривать, соответственно, на растительном масле. Сейчас мы закинем туда еще яйцо. Яйцо, вот, сейчас, секунду. Закидываем яйцо, значит, сюда. Выкидываем его в сраную мусорку. Вот. Дальше продолжаем. Значит, вот лопаточкой вот так все расхерачивать. Да. Расхерачили. Вот. Ждем, пока яйцо, собственно говоря, розетывается, то есть нагреется, станет белым. Все будет заебись у нас. Будет завтрак готов. Полуденный, так сказать, завтрак. Вот такой вот охуительный у нас олимпийский завтрак получился. Да, сейчас модно все олимпийским называть. Поэтому приятного аппетита мне.